Гран Шриман Бхагаватам, песнь 6, глава 10, битва полубогов с Вритрасурой, текст 11. Шри Шукадеву Госвами сказал: «С этими словами Дадхи Чимуни, сын Адхарвы, исполнился решимости отдать свое тело полубогам. Осознав себя вечной душой, нашедшей прибежище у лотосных стоп Верховной Личности Бога, он покинул грубое тело, созданное из 5 материальных элементов». Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримада Ачеба Активданты с вами Прабхупады. Слово пары Бхагаватти Брахмани Атманам Саньяян указывает на то, что, осознав себя вечной душой, Дадхи Чимуни нашел прибежище у лотосных стоп Верховной Личности Бога. В этой связи можно также вспомнить, как покидал свое тело Дритараштра. Об этом рассказывается в первой песне Гран Шримад Бхагаватам 13.55. Дритараштра в уме разделил свое грубое материальное тело на 5 составляющих элементов – землю, воду, воздух, огонь и эфир. И затем порознь вернул их в соответствующие стихии. Иными словами, он погрузил эти 5 элементов в первозданную Махататву. Выявив свои материалистичные представления о жизни, он постепенно отделил душу от материи и поместил себя у лотосных стоп Верховной Личности Бога. В этой связи часто приводят пример с глиняным горшком, заключающим в себе некоторый объем, который хранится в нем. Стоит горшку разбиться, немедленно сливается воздух с внешним пространством. Однако философы Майвади делают из таких описаний, содержащихся в Шримад Бхагаватам, неверные выводы. Поэтому в своей книге «Веданта Таттва Сара» Шри Рамануджа с вами пишет, что подобное соединение души с Господом означает лишь то, что, покинув материальное тело, созданное из 8 элементов – земли, воды, воздуха, огня, эфира, ложного эго, ума и разума, индивидуальная душа посвящает себя преданному служению Верховной Личности Бога в Его вечной обители и в Его вечном облике. Ишвара Парамахам Кришна Сачитананда Виграха Анадирадир Говиндая Сарва Карана Каранам. Так материальное тело погружается в свою первопричину, а вечная душа возвращается в свое изначальное положение. Как объяснил Шри Чайтанья Махапрабху: «Джевера сварупа гая Кришнера нитьядаса». Каждое живое существо по своей истинной природе – вечный слуга Кришны. Обретая духовное знание и совершенствуясь в преданном служении, мы побеждаем материальное тело и получаем возможность вернуться в естественное состояние, чтобы служить Господу. Шри Шукадева Госвами сказал: «С этими словами Дадхи Чимуни, сын Адхарвы, исполнился решимости отдать свое тело полубогам. Осознав себя вечной душой, нашедшей прибежище у лотосных стоп Верховной Личности Бога, он покинул грубое тело, созданное из 5 материальных элементов». Итак, Дадхи Чимуни отдал свое тело полубогам. И здесь говорится, каким образом Дадхи Чимуни достиг этой реализации. И мы с вами продолжим эту тему Адхикара. Квалификация. Итак, в шастрах говорится, еще раз вспомним, о 3 видах квалификации духовной жизни в преданном служении. Первый называется Канишха Адхикари, временная устойчивость. Потом идет Матьяма Адхикари, устойчивое сознание. И Утама Адхикари, полное сознание, чистое сознание. Итак, человек проходит разные стадии очищения, и Кришна говорит, что это знание, знание о своих взаимоотношениях с Кришной, и это любовь к Богу, изначально вложено в сердце каждого живого существа. Таким образом, мы нигде не берем эту любовь, мы нигде не пытаемся ее развивать, или мы не пытаемся ее откуда-то взять, она уже в нашем сердце находится. Все наши взаимоотношения с Богом, они просто забыты. Это не означает, что их не было. Они забыты нами. Поэтому описывается живое существо, как живое существо, страдающее амнезией.
Как мы с вами можем забыть кого-то? Забываем очень много. В этой даже жизни мы столько много забыли. Мы забываем, где мы вчера были, что видели, кого видели. Мы не обращаем внимания даже на это. Поэтому, говорится, внимательное воспевание святого имени, это означает обратить внимание на природу святого имени. Но мы с многим соприкасаемся, с многими объектами чувств, соприкасаемся с многими чувствами, но мы не обращаем внимания на это. И поэтому мы забываем об этом. Мы находимся в забвении. Также мы часто соприкасаемся с законами Бога в материальном мире. Мы 24 часа в сутки постоянно соприкасаемся с законами Бога, но мы не обращаем на них внимания. Мы не обращаем внимания на своих родителей, с которыми соприкасаемся так часто, они испытывают к нам чувства, но мы невнимательны к ним и так далее. Точно так же свое невнимание мы переносим в духовную жизнь. Мы становимся внимательными к своим желаниям, к своим ощущениям, к своим чувствам, но мы невнимательны к чувствам, к желаниям тех, кто стоит на более высокой платформе сознания. То есть адхикары, кто на самом деле обладает квалификацией. И нас не интересует порой, что хочет Кришна. Кришна хочет, чтобы мы приходили каждое утро на приветствие божеств. Мы слышали об этом по 10, по 20 лет. Мы можем слушать об этом 20 махакальп, что божество в храме ждет нас каждое утро, чтобы мы пришли. Но нам плевать на это. Мы будем сидеть каждое утро, беспокоиться о своих детях, женах, о своей машине будем выглядывать в окно постоянно. Но мы не будем беспокоиться о том, что Бог ждет нас каждое утро. И мы знаем об этом, мы читали много раз, но мы не обратили на это внимания. И когда мы не обращаем на это внимания, наша вера, то, что это так, она улетучивается. Мы прекращаем верить в то, что мы нужны Богу, что Он хочет, чтобы мы приходили. И мы говорим, нет, Он не хочет, наверное, или это не так важно. Почему? Потому что мы хотим желаемое выдать за действительное. Итак, мы видим, сегодня Гаура Пурнима, но многие ли люди пришли? У нас 300 с лишним человек община. Где вы видите этих 300 человек? Нет? Смотрите, сколько нас. Не больше. Кто-то есть внимателен к желаниям высшего живого существа, а кто-то нет. Кто-то приходит просто исполнить какие-то свои материальные желания. Он проявляет внешнее внимание. Но Кришна говорит, я хочу, чтобы ты стал чистым преданным, а не искал здесь денег или что-то работу, как, какое-то уважение. Реализовывал здесь какие-то свои негодяйские, нереализованные планы. И мы опять невнимательны к его желаниям. Но на первых страницах Бхагавад-гиты, на первых страницах Шримад-Бхагаватам, на первых страницах везде говорится об этом. Чтобы человек сразу знал, для чего он должен сюда приходить, какую цель он должен преследовать. И он должен ежедневно это делать только для того, чтобы не забыть. Поэтому говорится повторение «Мать учения». Не забыть, для какой цели он приходит в храм, чтобы стать чистым преданным. Чтобы в итоге, так же, как Дадхичи Муни, отказаться от тела и отдать его. Отдать его. Тело уже не так важно, когда человек прекращает отождествлять себя с телом. Он не боится, что с этим телом произойдет. Итак, человек квалифицированный, это означает человек, который постепенно развязывает тугие узлы привязанности к телесной концепции жизни. И эта телесная концепция жизни, несомненно, выражается в желании чувственных наслаждений. И язык является самой-самой большой проблемой этих чувственных наслаждений. Мы можем видеть, как в Бхагавад-гите описывается, как с языка начинаются проблемы сексуальных желаний. Или как тонкие сексуальные желания ведут к грубым сексуальным проявлениям. В Бхагавад-гите Кришна говорит, есть древо знания. Древо знания. Стволом это древо ушло глубоко в землю, а корнем высоко в небеса. На этом древе познания есть листья, которые являются ведическими гимнами, то есть молитвами. И есть плоды на этом древе. Плоды. Что же за плоды? Плоды культивирования этой деятельности. И мы можем видеть, как в Библии описывается, было древо знания. Древо познания его называют. И змей обвивал это древо. Дьявол, они говорят. Дьявол обвил это древо. И была Ева, и был Адам. И они были чисты. И они решили отдохнуть под этим древом.
Это древо знания. И змей появился и предложил Еве плоды этого древа. Наслаждаться плодами этого древа, древа знания. Когда Ева вкусила, появляется история фигового листка. Что за фиговый листок? Говорится, листья этого дерева, что? Ведические гимны, то есть молитвы. Чем же прикрыла свой срам? Почему срам? Почему Ева прикрыла не что-то? Ни глаза, ни уши, ни язык, ни нос, ни грудь, ни руки, ни пальцы. Она могла бы прикрыть, ну, по крайней мере, свою задницу. Что же прикрыла Ева? Почему говорится, что грех, срам? Потом появился Адам и увидел, что она прикрыла что-то. Очень странно. Он был человеком очень образованным, стремился к знанию. Был очень интересный, любопытный. И он сказал, что произошло. Она засмущалась и сказала, на, укуси. И дала ему яблоко уже, махапрасадное. Но я не шучу. Вы внимательно слушаете. Библия очень авторитетна. Прабхупада говорит, когда вы изучите ведическую концепцию, вы поймете суть всех религиозных писаний. Всех. Потому что они на самом деле проистекают из этого. И тогда Адам тоже пробует яблочко. Это райское яблочко. Поэтому называют райские яблочки. Что же сулят-то молитвы все? Райское наслаждение. Что же в раю? Чем же наслаждаются? Сома-раса и половые отношения. Еда, которая, несомненно, направлена на увеличение сексуальной потенции, то есть развитие ложного эго, телесной концепции. И таким образом Адам, вкусив яблочко, сразу начинает стыдиться ни глаз, ни ушей, ни носа, и тоже ни задницы. Он хватает, еще один фиговый лист срывает с этого древа и опять прикрывает свой срам. Так, когда живое существо наслаждается плодами и действует ради плодов, то есть пытается познавать, что-то делать, использовать религию при этом, только для того, чтобы наслаждаться плодами этой деятельности, что же происходит? Он начинает испытывать сильную жажду чувственных наслаждений. И какую? Сексуальную. Секс интересует живое существо. И живое существо интересуется тем видом пищи, которая увеличивает эту сексуальную потенцию. Поэтому говорится, что полубоги пьют сома-расу. Сома-раса. Что такое раса? Вот тут я слышал, внизу один мудрец объяснял другому, что такое расы. Вот как-то позавчера или вчера я слышал. Местный мудрец местного пошива объяснял расы такому, ну, прохожему. Так вот, сома-раса. Сома-раса – это то, что дает имитировать взаимоотношения трансцендентальных сексуальных отношений с Богом в материальном мире. То, что выражается в этих сексуальных желаниях. Это называется сома-раса. Итак, полубоги пьют сому, этот сома-раса, и вступают в эти игры. В какие игры? Сексуальные игры. Поэтому говорит Кришна в Бхагавадгите, Арджуне говорит, иные думают, что нет ничего превыше этого. Когда живые существа плохо культивируют религиозную деятельность, они остаются на среднем плане. И так говорится, чтобы подняться на этот план, райский план, нужно культивировать гуны благости. Чтобы остаться на планетах земного типа и культивировать также здесь семейное счастье и все эти взаимоотношения, несомненно, нужно культивировать гуну страсти. Сексуальную гуну страсти. И чтобы спуститься на адские планеты, или планеты, которые называются Биласварги, есть демонические планеты, где также культивируются только два вида деятельности. Они пьют разные отвары, носят золото, и эти отвары из золота усиливают что? Это описывается Бхагаватам. Одна цель дает им просто неописуемую половую потенцию, которая выражается в агрессивности, в воинственности и так далее, и так далее. Мощная половая потенция развивается. У полубогов от сома-расы, а у демонов от отвары и от золота, которое называется хатака. Это золото, когда Господь Шива
сбрасывает семя, не сам Шива, а его рудры сбрасывают семя. Это семя соединяется с грязью, с элементами земли и превращается в золото, которое называется хатака. Хатака. Что же золото? Кто такой Господь Шива? И что он сбрасывает там? Что за семя у Господа Шивы? Итак, это означает эгоистические желания через религиозную деятельность, которая состоит из милосердия, правдивости, аскетизма и чистоты, как Хирани Кашипу. Хирани значит золото. И есть разновидности золота, и там описывается золото хатака. То, что берут это золото, добывают где? Из земли. Под землей ищет это золото. И Прабхупада говорит, но религиозные люди никогда не будут рыть шахты. Они берут золото, которое находится на поверхности земли. И между золотом на поверхности земли и золотом из шахты есть огромная разница. Как вы думаете, сейчас золото в основном с поверхности берут или из-под земли? И поэтому золото золоту рознь. Вот почему говорится, когда в ведические времена золото было на поверхности, люди все имели золото. И никто не рыл никаких шахт, кроме гномов. И гномы, они демонические живые существа. Это демоны. Гномы – демоны. Это в Кали-Югу из гномиков сделали таких веселых человечков, которые такие славненькие, хорошие. Нет, они лепреконы. Лепреконы или лепреконы называют их. Есть две категории гномов. Одни называются репликоны, другие лепреконы. Репликоны – это те, которые свирепые, и они как бы ищут золото. А лепреконы их, его хранят. Это хранители золота. Также они в ведах описываются, такие живые существа. И они все слуги. Слуги кого? Одного из полубогов. Одного из полубогов. И этого полубога, удивительное положение у этого полубога. С одной стороны, он полубог, но в его подчинении почему-то находятся демоны. Очень удивительно. Он полубог, а в его подчинении находятся демоны. Хотя демоны все находятся в подчинении Господа Шивы. Но также они находятся и на службе у этого полубога. Кто знает, как этого зовут полубога? Кто не знает? Никто не знает? Как? Кувера. Конечно. Кувера. Кувера – хранитель сокровищ. И эти демонические живые существа, они также находятся на службе, как хранители этих сокровищ. Итак, золото усиливает ложное эго. Усиливает ложное эго. И тогда человек становится обуреваем разными проблемами. И поэтому в Бхагаватам говорится, когда человек соприкасается с золотом, и он не обладает каким-то определенным сознанием, то, несомненно, золото, от соприкосновения с золотом, у него разовьются все перечисленные признаки кали. Желание азартных игр, желание незаконных сексуальных взаимоотношений, принятие, желание принимать одурманивающие средства, и он станет жестоким. И в Шримад Бхагаватам объясняется, что золото опасней алкоголя, опасней незаконного секса, опасней убийство коров. Очень удивительно. Все кричат, убийство коров, убийство коров. Но в Бхагаватам говорится, что один элемент сразу воплощает в себя все признаки кали. Только один. Все остальные по раздельности находятся. А один элемент сразу все признаки кали в себя впитал. Какой? Золото. Золото. И золото, несомненно, ведет к тому, что живое существо таким образом начинает деградировать. Что же такое золото? И Прабхупада дальше продолжает объяснять Шримад Бхагаватам, что же такое золото. Сейчас все, несомненно, сейчас прямо на лекции все сконцентрировались на металле. И начинают вспоминать, у кого что, где, какое золото, где, о, наверное, золото не надо носить. Нет. Прабхупада объясняет, что сейчас золото как такового не существует. Это все фальшивки и подделки, государственные фальшивые подделки. Потому что 583-я проба – это уже не золото. Это уже не золото. Это как лампочка от фонарика. Вот есть, вы представляете, сейчас бы у нас одна лампочка ночью бы висела здесь в алтарной, одна лампочка от фонарика вот там наверху. Толку от нее было бы мало.
почти нет света. Точно так же и золото. Оно имеет определенный элемент чистоты, и в соответствии с этой чистотой оно оказывает определенный вид влияния. Определенный вид влияния. И суть-то не в этом. Шрила Прабхупада дальше продолжает пояснять экономику, современную экономику. Люди не могут понять, в чем ценность золота и почему золото спрятали от людей. В Кали-югу демоны спрятали золото от людей и спрятали также от людей драгоценные камни. Почему? Почему не нужно было ничего? Почему они против ведического знания? Потому что только в Ведах раскрывается природа золота и драгоценных камней. Только в Ведах. И больше нигде. Ни в одном писании мира вы не найдете секрет золота. Но в Ведах он раскрывается. Вот почему Прабхупада говорит, нужно чеканить золотую монету. И никто на это может не обратить внимания. И ученые, или личности демоничные, они могут думать, пусть они. Но тот, кто очень квалифицирован, он понимает, о чем речь идет. Речь идет о бумажных деньгах. Таким образом, золотом в век Кали не считается сам металл. А что же считается, как вы думаете? Деньги. Бумажные деньги. Именно эти деньги вызывают в людях желание, они становятся гордыми, эгоистичными и становятся очень греховными. Деньги. Вот почему в 16 главе Бхагавад-гиты Кришна описал демонов. У меня есть столько-то денег. Он не описал, у меня есть столько-то золота, а будет еще... Он сказал, у меня есть столько-то денег и будет еще больше. Таковы мои планы. Демон думает так. У меня есть столько-то денег. Не забывайте об этом. Пометование – это означает, что вы в знании находитесь. Потому что вожделение отключает что? Память. Вожделение отключает память. Итак, демон думает так, Кришна говорит. У меня есть столько-то денег, а будет еще больше. Таковы мои планы. Очень удивительно. Вы никогда не находили в своем уме эти мысли? Можно повторять Харе Кришна и думать, у меня есть столько-то денег, а будет еще больше. Таковы мои планы. Где взять? Будет больше, надо больше, маловато будет. Он мой враг, и я убрал его. Он враг мой почему? Он враг чего? Ну-ка подумайте. Он враг моих денег. Он посягает на мои деньги. Он не посягает ни на что. Ему не нужны 5 элементов моего тела. Он пришел посягнуть на мои деньги. Вот почему он мой враг. И я убрал его. И другие мои враги будут убраны. Таковы мои планы. Я верховный. Я наслаждающийся. Нет никого, кто был бы равен мне. Никого не буду слушать. Я все знаю. Я главный. Очень удивительное описание в Бхагавад-гите. Человек читает Бхагавад-гиту, но не соображает о чем. Читает Шримад Бхагаватам, но не приходит никаким выводом. И говорится, есть 4 потребности материального тела. Еда, сон, секс и оборона. Как вы думаете, что прикрывает человек? Он прикрывает свой срам. И срамом называют веды. Человек начинает считать, что это срам. Что же он считает срамом? Сон, еду или оборону? Или секс? Что он прикрывает фиговым листком, на котором молитвы? Очень удивительно. Смотрите, религия это необходима для чего? Чтобы прикрыть секс и получить секс. Вот почему говорится, с точки зрения мирской религиозности Арджуна намеревался совершить злодеяние. Кто же смотрел на него такими глазами, что этот преданный, великая душа, злодей какой-то?
И как вы думаете, кто громче всех кричит, что это не ради секса? Да вы что? Кто шафраном прикрылся, кто Бхагавадгитой, кто Шримад Бхагаватом, кто четками, мешочком, фиговым листком можно прикрыть все. Но на чем сконцентрировано сознание живого существа, которое ползет по древу знания? На чем же оно зафиксировалось? На сексе. Несомненно, на сексе. А как же там все это возбудилось? Через что? Через какой орган? Через язык. А кто же дал такую пищу дяденьке? Тетенька. Ну надо же. Вот откуда оказывается аспект ашрама-то. Правильные взаимоотношения с противоположным полом-то. Ой, оказывается, Библия-то тоже то же самое говорит. Итак, человек, постепенно постигая науку, может видеть, что везде говорилось об этом, просто другие дали этому разные интерпретации. Они дали этому другие интерпретации. Они попытались прикрыть свой секс фиговым листом. То есть пытались сказать, что не ради этого они действуют. Но на самом деле, вкушая плоды деятельности, ради женщин все это делается обычно, ради противоположного пола. И Капила Муни говорит, женщина взирает на Майю в образе мужчины, а мужчина взирает на Майю в образе женщины. Они сбивают друг друга с толку. Но особо сбивает с толку мужчины кто? Женщина. И мужчина всегда устремлен. Он пытается покровительствовать женщине. Вот почему говорится, что такое покровительство является покровительством в гуне страсти. Человек не должен покровительствовать таким образом, поэтому он должен научиться, что значит покровительствовать женщинам. Что значит покровительствовать? Это означает ни в коем случае не развивать в себе настроение, что это объект моего чувственного наслаждения, что это объект или это плод моей религиозности, как описывается в Бхагаватам. Дети Ришабхадевы, там был такой Агнитхра, который совершал преданные служения. И в результате что он захотел? Когда Господь был им доволен, он захотел красивую женщину, он захотел сексуальных наслаждений. Таким образом, его гениталии были прикрыты каким видом деятельности? Преданным служением. Преданным служением. Итак, деньги. Деньги очень опасная вещь. Вот почему Шрила Прабхупада говорит, что в Кали-югу никому нельзя давать деньги, кроме браманов и саньяси. Саньяси это те же браманы. Есть несколько категорий браманов. И Прабхупада говорит, в век Кали ни в коем случае нельзя давать деньги даже священникам, если они не браманы в вайшнавской сампрадае. Прабхупада еще больше, дальше идет. Он начинает объяснять, что вы не должны давать никому, никаким другим священникам, если вы квалифицированы, если вы поняли, что деньги можно давать только браманам, вайшнавам. И браманы, вайшнавы делятся на несколько категорий. Браманы – это те, кто поклоняются Вишну. И есть браманы саньяси. Это означает браманы, вайшнавы. Есть браманы и есть браманы, вайшнавы. В Кали-югу деньги даются только им. Но это могут понять только квалифицированные личности. Только квалифицированные личности. Всем остальным священникам деньги также не раздаются в век Кали. Это очень опасно. Очень опасно. Итак, деньги становятся причиной того, что у человека появляются разные желания. Весь его аскетизм, целомудрие, чистота, все его стремление к знанию продиктовано бывает порой этими желаниями. Какими? У меня есть столько-то денег, а будет еще больше. Поэтому в Ведах опять описывается четыре потребности. Дхарма нужна человеку только для одного, чтобы у него есть столько-то денег, а будет еще больше. Почему? Потому что результатом дхармы всегда является что? Артха. Артха переводится как богатство. Тот, кто строго следует религиозным заповедям, становится богатым человеком в этой жизни очень быстро. Таким образом, те, кто не стали богатыми, это только по одной причине происходит.
они не следуют принципам религии. Поэтому Прабхупада говорил, что преданные несметно богаты. И он приводит пример Бали, Махараджа, кого угодно. Другой вопрос, что многие из них отказались от богатства. Отказались. Но каждый раз преданному, который строго исполняет свои религиозные обязанности есть 5 уровней. Есть адхарма, которую принимают за религиозную деятельность. Это когда я действую по собственной прихоти с элементами религиозности. То есть использую элементы религиозности, но делаю все по собственной прихоти. Адхарма. Дальше идет асурадхарма. Потом идет чаладхарма. Потом идет упадхарма. И есть санатнадхарма. Дхарма означает вот эти принципы. Принципы высшей, вечной религии. Итак, когда человек действует правильно, Билвамангал Тхакур в Кришна-карнамрите это объясняет, что артха, кама и мокша стоят подобно служанкам. Это объясняет Бхактивинод Тхакур в своем произведении «Нама Чинтамани», что тот, кто воспевает правильно святое имя, в результате этого к нему устремляется богатство, чувственное наслаждение и освобождение. Устремляются к такому человеку. Другой вопрос. Как он будет использовать это положение? Но к нему все это устремляется. И так говорится, Дурга начинает служить такому человеку. Служить. И одно из имен Дурги – Камакидева. Камакидеви. Это описывается также в другом произведении Брихат Бхагаватамрита, которое называется, часть этой Брихат Бхагаватамриты называется «Путешествие Гоп-Кумара». Как он начинает поклоняться Камакидеви, вожделению, чтобы наслаждаться. И как он начинает продвигаться. Как он продвигается дальше. Почему он продвигается? Потому что он строго исполняет все правила и предписания той ступени, на которой он находится. И он получает всю полную награду того уровня, где строго он действовал. И он тут же занимает этот уровень для того, чтобы пройти на следующую ступень. Пройти на следующую ступень. Но что происходит с обычными людьми? Получая результаты, они тут же начинают этими результатами, как Авьевати и как Адама, начинают кушать эти яблочки. В результате кушания этих яблочек вожделение только разжигается. Итак, Махарадж Парикшит говорит, это подобно купанию слона. Поэтому у людей становится много врагов, потому что на эти яблочки начинают претендовать. И почему же полубоги начинают сражаться, битва полубогов с Вритрасурой? Как вы думаете, за что они сражаются? За яблочки, правильно. Они сражаются за яблочки. Вот почему Прабхупада говорит, сотрудничество – проявление высшего духовного потенциала. А сражение лишь указывает на то в наших общинах, что люди сражаются за что? За яблочки. За яблочки. Если вы видите, что здесь происходит какое-то сражение, кто-то кого-то не слушает, критикует, битва какая-то. Вроде бы одни более демоничные, другие более божественные. Но это как полубоги с демонами. Это не преданные чистые. Потому что когда человек осознает эти вещи, он прекращает сражаться за что? За яблочки. Он прекращает сражаться за эти яблочки. Потому что сражаться нужно за высшие цели, а не за плащ. Итак, сражение – это очень важные моменты осознания человека. Как он воспримет все это? Итак, люди устремляются к деньгам. Мы видим, как наши преданные, они увеличивают себе зарплату и уменьшают свои обязанности в религиозной. Смотрите, из-за денег они начинают сражаться, за тазы там, за все. Целая куча разных проблем начинается. Когда узнают, что кто-то дал большое прожертвование, у всех ум сразу беспокоится. А куда его используют? Мы услышали. Тот, кто дал, беспокоится. Те, кто узнали о том, что дали, тоже беспокоятся. Куда? Смотрите, деньги как всех будоражат. Всех будоражат деньги и что? И секс. Все интересуются только двумя вещами. Деньгами и сексом. Поэтому эти мыльные оперы, 333 миллиона серий, 4 миллиарда 896 миллионов 395 и 4,
серий, но там будет только две вещи. Крутиться вокруг двух вещей. Денег и секса. Зачем деньги? Сексы. И поэтому туда будет и религия примешана, и освобождение, и что угодно. Но все будет крутиться только вокруг этого. Поэтому говорится, этот идол золотой. Помните у Гёте? Волю неба презирая, искушая, изменяет он закон небес святой. Знаете, да? Идол золотой. Деньги, они изменяют законы Божьи теперь. И теперь все религии помешаны на чем, как вы думаете? На деньгах также. И для этого, именно чтобы иметь деньги, они готовы изменить любой принцип. И поэтому Прабхупада сказал, а я не торговка на рынке, чтобы торговать этими принципами. Прабхупада понял, что они говорили. Потому что если мы дадим возможность людям поблажки какие-то, тогда у нас будет много прихожан, а вместе с прихожанами появится что? Деньги! Деньги! Поэтому Прабхупада, понимая все эти цепи, он сказал, мы не торгуем этими принципами. Мы не торговки. Потому что все общество помешано на деньгах. Люди поклоняются, приходят, повторяют джапу, им, видишь ли, жрать нечего, потому что денег нету. Потому что они не исполняют религиозные обязанности. И когда им говоришь повторять джапу, же не может понять, к чему вы их призываете. И все время говорит о какой-то работе. Никто не знает, что артха приходит только в результате дхармы. Только в результате дхармы. И тот, кто знает, что такое наслаждение, а наслаждение – это наслаждать кого? Кришну. И тот, кто использует деньги для наслаждения Кришны, это называется кама, тот достоин чего? Мокши. И он говорит, имперсоналисты неправильно понимают мокшу, потому что мокша означает найти прибежище у лотосных стоп верховной личности Бога. Кто же стал богат? Тот, кто был более религиозен. И поэтому Кришна сказал, несомненно, вы получите все. Вы завоюете огромное государство, он сказал Арджуне, получите все виды чувственных наслаждений и в конце жизни вернетесь ко мне. Вы не вернетесь в какую-то пустоту. Ко мне. И так у всех представление о вайшнавах как о нищих. Только по той причине, что они сами глубоко не могут проникнуть в процесс, в котором находятся. И они начинают сами себе увеличивать зарплату, сами себе увеличивать то. Позвольте это делать дхарме. Дхармо ракшати ракшаси. Тот, кто позаботится о дхарме, дхарма куда лучше позаботится о нем, чем он сам о себе. Потому что когда человек заботится сам о себе, он становится кем? Вором. Человек может пользоваться только тем, что пришло ему по праву, как его доля. И Кришна называет, что такое право. И Кришна говорит, у тебя лишь есть право исполнять свой религиозный долг. У тебя лишь есть право исполнять свой долг. Долг, Прабхупада переводит это слово, как дхарма. Какой же долг? О каком долге идет речь? О религиозном. И поэтому Шри Шупанишат именно об этом говорит. «Ища вас я и дам сарвам». Все движимое и неподвижное в этом мире принадлежит Господу. И каждый может пользоваться только тем, что выделено ему, как его доля. Каждый может пользоваться по праву только тем, что выделено ему, как его доля. Не посягая на долю другого, прекрасно осознавая, кому все принадлежит. Итак, человек не может понять, почему же вожделение не проходит. Мы видим, многие люди становятся успешными в своей финансовой какой-то деятельности. И они приходят за благословением. Дайте благословение, 50%. Они не понимают, что именно эти деньги будут всегда щекотать их вожделение и раздувать их вожделение. Они не могут понять. Потому что все, что они сделают для своей семьи, особняки с бассейнами и все остальное – это лишь только что они привлекут к себе внимание от хипхуты. Потому что зарабатывать деньги, они обманывают людей.
Они обманывают старушек, нищих, они просто объегоривают и делают честное лицо. Это обман. Вот почему говорится, вайши, которые не занимают свои средства в служении Богу, становятся кем? Демонами. Это описывается в Манусамхите. Если человек даже законно зарабатывает деньги, законно, в соответствии с законами государства или чего-то, но не соблюдает закон религии, а закон религии гласит, что как минимум половина должна быть задействована в служении Богу. Иначе человек станет кем? Такой вайши. Станет демоном. Если он будет наслаждать свои чувства, вожделение будет расти и расти. Деньги, потраченные на детей, на родственников, на жену, на свою собственную утварь и так далее, будут всегда являться причиной чего? Страданий. И в предыдущем стихе об этом говорилось, во вчерашнем. «Мое тело, которому после смерти суждено стать добычей собак и шакалов, не приносит мне, вечной душе, никакого блага. Оно недолговечно и может погибнуть в любой момент. Поэтому и само тело, и связанные с ним имущество, богатство, родственники должны трудиться на благо всех других, а иначе они станут источником бед и страданий». В Библии Христос говорит: «Не копите свое богатство на земле, копите свое богатство на небесах, ибо там дом ваш, ибо здесь и тля, и ржа, и воры подкрадываются». Итак, разные представления о богатствах. Поэтому говорится, богатством брамана является что? Тапасия. Тапасия – аскеза богатства брамана. Почему вся планета Господа Брамы из чистейшего золота? Все улицы, дома и все остальное. Как вы думаете, почему? Потому что он следует всему. И Кришна так устроил, чем больше следует человек, тем все ему дается. Все абсолютно. Абсолютно все. Но это не цель. Поэтому Кришна сказал Арджуне: когда ты прекратишь привлекаться цветистым языком вет, как вы думаете, что же это за цветистый язык вет? Это означает следовать всему ради чувственных наслаждений в будущем. Ради чувственных наслаждений. И говорится, что существует 5 уровней ценностей в соответствии с тем, каков тип вожделения живого существа. Итак, самое сильное вожделение проявляется в определенных ценностях. Их называют кармаками. Это означает вообще похотливейшие из похотливейших. Кармаками. Ниже кармаками находятся только все вот эти мудхи, вимудхи, вся эта. Это ниже даже их. Еще ниже есть. Но их даже не сюда во внимание не берут. Итак, каковы же ценности похотливой личности? Ценность: человек хочет отношений с противоположным полом женщин и на этом зацикливается. Молят Бога о любви, молят Бога там о том, дайте мне любовь. И все ищут этой любви с противоположным полом. Это самый похотливый принцип, что смыслом жизни является развитие взаимоотношений, межполовых взаимоотношений. Итак, это первая ценность этих личностей. Вторая – желание иметь потомство. Поэтому говорится, Господь Санкаршана – лучший из живых существ, ибо Он полностью лишен самого огромного недостатка, которым наделены все живые существа, заполняющие материальный мир. Он не хочет себе подобных. Он не хочет потомства. Так описывается положение Санкаршаны, что единственное делает его могущественным. Это проявление Господа. Он никогда не желает потомства. И поэтому на сегодняшний день мы видим, что эти кармаками живут ради детей. Они живут ради детей. Они хотят иметь детей. И все туда, все дети, дети. И кто их на это подбивает? Их отупевшие жены. Именно их отупевшие жены говорят: это твой враг, и его нужно убрать, потому что он посягает на деньги, а твоя обязанность этими деньгами служить кому?
детям! И тогда женщины становятся источником раздражения для разумного человека. Поэтому ашрама – это означает, человек должен знать, как ведет себя женщина в семейной жизни, что она будет в уши дуть, какую вату будет туда заталкивать вам, какие песни будет вам петь нежным голоском, плача тихо в подушку смиренно, и делая кислое лицо, как она будет беспокоить ваш ум. Одна будет кричать, а другая будет просто такая печальная, и ваш ум будет в 1000 раз еще более беспокоен, чем бы она разоралась. И для этого Ману объясняет, что женщина всегда лжива, похотлива, коварна, политична и так далее. И он говорит, запомните, мои сыновья, это. И в то же время можете понять, как они страдают из-за этого. Поэтому будьте к ним снисходительны. Давайте им прибежище, как к детям, и не осуждайте их за это. Просто занимайте их. Ибо незанятая женщина всегда остается источником раздражения. Ибо свободный ум... Кузница, все знают, как хорошо. Итак, деньги становятся причиной многих проблем, потому что деньги – это плоды. И плоды всегда притягивают к себе, чтобы ими что делать? Наслаждаться. Вот почему пришел демон, кто? Кали, этот дьявол, взял, сорвал это яблочко и стал Еве предлагать. Адаме было сложно предложить, даже если он был и тот, кто не контролировал свои чувства, он, в общем-то, мужчина, склонен к этому. Мужчина, почему и говорится в шастрах, почему все хотели сына? Потому что сын не так привязан к плодам деятельности. Мужчин всегда интересует какое-то высокое, что-то более высокое. А женщины? С детства всегда сконцентрированы на чем? Любовь. Детектива. У них все любовь. Любовь в голове, в носу, в ушах, во всех дырках. Любовь. Там скрыта любовь, которая называется термином, который называется кама. Кама. Там у них скрыта кама. Тут Писание, там Писание. 9 врат освящены Писанием. Там кама. И мужики, они несомненно думают, я должен служить вот этому язычку, из которого что льется? Дурман мирской любви, сильнее яда кобры. Он глупым может сделать мудреца и увести от цели благородной и дух, и волю воина-храбреца. И вот они теперь бегают, и все про эту каму. Куда деть эту каму? Кама то, кама не хочет со мной. Кама ой. Успокойтесь, выкиньте это все. Вы же, когда покакаете, не бегаете целый месяц, не рассказывайте, сколько вы накакали, и что теперь делать с этой какушкой. Почему же, если вы поняли, что это кака, что вы так все бегаете? Сказали вам раз, и все. Смой иди. И ёршиком еще по 3. Чтобы даже и памяти не было. И этот... Пульверизатором. Что вы так все печалитесь? Что, яблок давно не ели? Знаете, тогда придется такой огромный фиговый лист себе купить. Целый комплект. И все это привязать. Будет очень удивительная носкость. И тогда вы будете говорить об этом. Да вы что? Да ничего подобного. Итак, Господь Чайтанья приходит именно с этой целью, пролить эту милость на других. В чем же эта милость? В том, что те, кто хотя бы хочет и будет совершать хоть какое-то усилие, безнадежное усилие, в этом Чайтанья Чаритамрита. Как вы думаете, в чем нектар Чайтанья Чаритамрити? Что если мы просто будем хотеть этого получить, кто бы мы ни были, как бы тупы, как бы сколько вожделений у нас не было, сколько у нас, если мы будем молить об этом Господа Чайтанью, Господь Чайтанья нам это даст. Потому что Господь Чайтанья пришел это дать тем, кто хотя бы хочет этого. У него нет никаких шансов получить самому это. Единственное, что Господь Чайтанья хочет... Докажи, что ты хочешь это получить.
Как? Я же ничего не умею. Слушай и повторяй святое имя. Вкушай прасад. Повторяй Харе Кришна и вкушай прасад. И делай это искренне. В радости и в горе, в счастье и в несчастье, в славе и в бесславе, хочет идти спать или есть, ты делаешь это независимо ни от чего. Если я буду убеждаться в том, что ты на самом деле это хочешь, пусть у тебя нет ничего больше. Никаких качеств, и возраст твой уже. Все время спать ты хочешь днем. Все время спать хочешь. Где больше 15 минут затормозили тебя, там ты сразу хочешь спать. И тебя тянет земля. Земля зовет. Но даже в этом случае ты будешь все равно повторять. Я тебе дам. И так во все эпохи нужно было что-то другое сделать. А Господь Чайтанья говорит, повторяй, повторяй. Повторяй и никого не критикуй. Стань ниже соломы, валяющейся на дороге, что означает «я абсолютно не продвинут». Стань терпеливее дерева. Это означает «терпи нищету, нужду, терпи оскорбление, клевету, критику в свой адрес без желания за это отомстить и найти в тех людях, которые нас критикуют, какие-то недостатки. Стань терпеливее дерева. Без желания почтения к себе». И всегда желающий выказать почтение другим. Это означает, что мы всегда стремимся оказывать почтение другим, потому что они помогают нам в нашем духовном становлении. И всегда очень скромны, потому что ничего себе не присваиваем. Поэтому какой почет? Все благодаря старшим произошло. Вся слава старшим преданным. Вот почему почитают. Потому что вся слава не мне, что я тут две книжки распространил и теперь стою так скромно фиговым листком прикрылся. Потому что я распространил это благодаря какой-то личности, которая занималась мной. Вот что означает и говорится. В таком состоянии ума можно приступить к повторению святого имени. Так мало хочет от нас Господь Чайтанья. И это могут сделать почти все. Не почти, а все. Было бы что? Желание. Поэтому Господа Чайтанью называют Махавадханян. Великая милость. Великая беспричинная милость. Что значит беспричинная? Нет материальной причины на то, чтобы мы были освобождены. Есть одна причина. Сострадание. Какое? Духовное. Есть причина только духовная. Карана каранам. Кто-то думает, что это материальные причины и говорит, о, наверное, Кришна так хочет, чтоб я не ходил в храм. Кришна, видимо, так устроил, чтоб я спал. Карана каранам имеется в виду, что он причина всех духовных причин. И когда душа захотела наслаждаться, то Кришна устроил ей это все. Но люди не понимают, что такое карана каранам. Он не является причиной наших материальных проблем. Он причина всех духовных причин. Вот в чем суть. И поэтому у него есть причина нас спасать. Он сострадает нам. Что мы страдаем от чего? От всех этих проявлений материальной деятельности. Мы все прикрываем, ходим свой срам. И никак не можем отказаться не жрать эти плоды. Никак. И все, бегаем со своими детьми, со своими родственниками. Все, бегаем там со своим телом, не знаем, куда его еще засунуть. Как там, как и когти отрастить, какой парик носить, как и зубы вставить. Как что сделать? Столько много это тело внимания у нас отнимает. Ой-ой-ой. И какова цель? Такое хорошее тело иметь. Какова цель? Чем? Несомненно, джапой. Несомненно. Трансцендентальными любовными взаимоотношениями. Поэтому Прабхупада объясняет, женщины должны носить бубенцы. Для чего? Чтобы далеко было слыхать, что идет. Идет испытание.
Хари Кришна. Шри Шукадева Госвами сказал: с этими словами Дадхичи Муни, сын Адхарвы, исполнился решимости отдать свое тело полубогам. Осознав себя вечной душой, нашедшей прибежище у лотосных стоп верховной личности Бога, он покинул грубое тело, созданное из 5 материальных элементов. Вот, дорогие мои, что такое Адхикара. Так, приблизительно. Приблизительно. Далеко приближенно. И то, смотрите, как это все выглядит. Так вы можете себе представить, какова Адхикара была Шрилы Прабхупады? Поэтому говорят, Уттама Адхикари. Полностью чистое сознание. И иногда приходится спускаться до объяснений. Поэтому говорится, Уттама спускается до Мадхьямы и объясняет это все. Мадхьяме приходится опускаться до кого? До объяснений Каништх. Ну, а Каништхи, естественно, возвышаются над всеми. Объясняя это Уттаме, что он не понял. И Мадхьяме, да вы не поняли меня. Чего он может знать? Он 3 дня здесь пробыл. Я тут 30 лет живу, он знает разве о моем сексе, о моих там, о моем бараке, так сказать. Он ни разу не видел моих детей. Ни разу не видел. Один браман приехал не на 3 дня, а на 3 часа. Один браман приехал в царство государя одного на 3 часа. Смотрит, тот ну дрын такой вообще. И он ему говорит, ты что здесь делаешь? Он говорит, ну как, что делаю? Я царь здесь, ты что? А ты что здесь делаешь? Он говорит, да я так приехал царей вдохновлять. Он говорит, на что? Он говорит, а почему отречение никак не принимаешь? И он говорит, ну ты вообще на 3 часа приехал и уже тут все судишь всех. Ты как можешь за 3 часа что-то понять? Он говорит, так я вижу, что ты тут торчишь. И царь ему сказал, ты не понимаешь. Сейчас я тебе все покажу, и ты поймешь. Ты не понимаешь. И он повел свой гарем. Как только зашел, жены все подбежали, начало. И он сказал, смотри, я ухожу. Этот, он говорит, ну вот видишь, как я их оставлю. Они, мы покончим жизнь на 5 материальных элементов, разложимся. Но в основном на 7 сосудов это разлагается. Если вы помните. Гной, слизь, там, ну это одна красавица подарила красоту свою одному царю. В основном они-то не могут на 5 элементов разложиться. Это очень опасно для них. Как же я могу их бросить? Как я оставлю? Они же умрут без меня. Браман засмеялся, так улыбнулся. Там, давай посмотри. И там куча разных войск стояло. Что-то охраняли какую-то банку из-под пепси-колы. Пришли, банку открыли, а это банк оказался там. Денег немерено. Он говорит, вот посмотри. И он говорит, я все ухожу. Они, а как же тут все развалится, деньги разворуют. То есть все, бизнес пойдет прахом там, туда-сюда. Вот видишь, а ты говоришь, что за 3 часа тут пришел меня. Сейчас я тебе покажу, ты еще не видел моих детей. Привел там, ё-моё, целая гурукула. Старший возраст, средний возраст, маленький, вообще беременные еще ходят там. Не дети, тетки. Он говорит, а как же, вот, ну кто позаботится, ты сам пойми, смотри. Дети все подбежали, его обвесили, облепились. Он говорит, вот видишь, ну как же тут детей столько, как же они же пропадут. Он говорит, ну ты понял, нет? Ты за 3 часа тут решил все развести тут меня. Нет, дорогой, ты что это вообще, товарищ не понимает. Товарищу надо объяснить. А потом он вывел его и сказал, смотри, это мои подданные. И все, а, там слава, слава государю. И браман сказал, я ухожу. Но я хотел бы тебе кое-что сказать и показать. 3 часа у меня только времени было. И он сказал, ну давай, показывай, что ты за 3 часа тут понял. И все вышли его провожать, этого брамана. Что это было? Ну вы знаете, да, всегда в аэропорту провожают брамана. Там, сям, ну, сами понимаете. И браман резко как побежал к тетенькам, к этим. Ну, вот этот гарем-то был.
И как давай их обнимать и орать на все. Отпустите меня, дорогие, отпустите меня. Они как давай орать еще. И вот так, да сумасшедший, иди отсюда, и пошел вон отсюда. Потом он подбежал, детей давай ловить. Дети от него в страхе разбегаются. Он, дети, отпустите меня, отпустите меня. А-а-а, заплакали, плохой дядя, уходи. Потом он подбежал к этим казне. Начал эту казну, ну там мы даже не пустили, естественно, секьюрити. Иди отсюда, да, кстати, тот, что 50. Потом он своих слуг, а потом он в конце схватил колонну дворца и стал орать. О, дворец, отпусти меня. Потом отошел и сказал царю: Хари Кришна, до свидания, новых трудовых успехов, прости мне все оскорбления, вольные, невольные, невольно-вольные и невольно-специальные, и так и все остальные. До свидания, до скорых встреч. И царь встал, и все кричали: то он сумасшедший, этот Браун, что он может знать? И царь стоял, повернулся к ним и сказал: нет, сумасшедший это я. Я понял его. Темной ночью царь встал, переоделся в одежде отшельника и покинул все это так, чтобы его никто никогда не нашел. Тот, кто понял, тому достаточно для решения. Семь вдохов. Пожалуйста, вопрос. Мы-то пока еще здесь. Пока не надо никому никуда уходить. Потому что у нас нет такого понимания. Нам 300 раз на дню об этом говорят, и мы все равно ничего не поняли. Царь это понял. Вот когда мы поймем, тогда можно это сделать. Но без понимания это будет ложное отречение. У нас должно быть понимание правильное. Кришна объясняет в Бхагавад-гите три вида понимания и истинное понимание в гунах. Пожалуйста, вопрос. Вы чувствуете, Библия-то какая авторитетная? Так что не хайте ничего. Просто ее неправильно интерпретируют, не так подают. Они не умеют ее готовить. А если золото все пороки кали, то для чего тогда монеты золотые? Чтобы бумажных денег не было. В чем разница? Огромная разница. Золото может приносить как проблему, так и благо. Когда золото чеканится как служение экономике, дайва варнашами, тогда это золото, калий покидает это золото, он не может там находиться. Но когда существуют бумажные деньги, эквивалент золота, он сразу, баланс золота меняется. И тогда люди становятся порочными. Бумажные деньги – это порок. А еще сейчас более дальше шагнули. Теперь будет не бумажные деньги, а пластиковые. Это еще большая проблема.